Виталий Игоревич, добрый вечер. Для того, чтобы делать какие-то предположения, для начала неплохо было бы разобраться в каких-то базовых единицах. Итак, любимый вами словарь Уильсона. Значит, последние правки позавчера. Скачиваем XML-ный файл. Классика, жанр, словарь, мы не увидимся. Еще более свежие поправки. Так, сравниваем. Уильсон. 44576. И мы не увидимся. 200 000 60 286 785. По-моему, разница есть. Как для вас, для меня существенное. В разы. Итак, для того, чтобы спорить со мной про словари, надо кое-что о них знать. Ваши познания весьма скромные, поэтому сначала советую вам ознакомиться с словарями. Если вам интересно, я могу вам рассказать о них, но явно вы не владеете темой. Да не будет обиды между нами, но я против вас ничего не имею. Но темой не вы не владеете. А Уильсон прекрасный словарь, но устаревший. Во многом устаревший. И его кирпич неоправданно большой. 40 тысяч слов можно расположить в два раза более компактном виде. То есть это одна из первых книг. Пионерская книга. На нее опирались все. Но она не имеет прикладного смысла в наше время. До свидания.